Эй, всем привет! Вы на канале Live Gaming Crew, с вами Евген, и сегодня мы будем играть в Overwatch мега супер крутую игрушку, где вы можете противостоять остальным таким же крутым вашим противникам. У вас есть обычно ульта, мега способности, плюс вы должны хорошо стрелять. Большинство все-таки здесь героев стреляет. Так что мы будем играть именно с вами. Присоединяйтесь к нам в Discord, внизу есть ссылка на описании. Заходите к нам в игру. Присоединяйте меня. Если что, спрашивайте вот мой ID или где-нибудь ищите еще. Или просто спрашивайте в чате. Так что всем привет. Вы на канале Live Gaming Cruise. Сегодня у нас будет несколько интересных тем для разговора. Первое, это, как вы могли прочитать в самом начале нашего стрима, мы будем разговаривать сегодня о аниме. Так как у нас аниме это очень интересная тема для разговора, плюс аниме это все-таки, я думаю, что Overwatch... Привет, Маткизик. Какие люди, какие... Кирик тут, да, давно не видели точнее. Кирика. Точнее, да, знаем. Интересная тема для разговора у нас сегодня, аниме. Я великий очень... Тащер тут. Да, великий Тащер пришел. Короче, интересная тема для разговора у нас. Аниме. Топ новинок аниме. Кто смотрит аниме, пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре, в дискуссии. Я сейчас подключусь к Дискорду. Надеюсь, вы уже там сидите. Привет, стример Кортес. Привет. Привет. Ты опять с нами стримишь, отлично. Так, ну чё ж, продолжим. Ты у нас здесь сидишь, на Твиче или на Ютубе? На Твиче. Сегодня затащил 4 катки. Отлично, как там качество? Всё хорошо. Вот, замечательно. Да, Маткизи, красавчик, если затащил сегодня 4 катки. Короче, у нас сегодня тема для разговоров, это топ новинок аниме. Я, если честно, последнее время смотрел... я не смотрел аниме, обидка. Последнее, что я аниме смотрел, это было «Кровавые раны», это про вампира, у которого быстрая регенерация была, у него руки отрубали, а он их очень быстро останавливал. Смотрел такой? «Историю ран»? Кортес. Смотрел аниме «Историю ран»? Нет. Ладно, про вампиров. Последнее такое самое. Не, я про вампиров вообще ничего не смотрел. Я наоборот люблю про вампиров. Весело. Веселые они, людишки такие. А до этого я смотрел «Токийского гуля», что тоже про вампиров, в принципе. Тоже было весело. Ты что смотрел последнее? Сотню. Про что аниме это? Жанры меха, фантастика. Ну, типа, короче, знаешь этого. Сейчас вспомню и скажу, если вспомню. Да, и у нас вот такая фишка. Мы будем сегодня говорить про ваши любимые топ-аниме. Историю ран, ту-ду-ду-ду, да, Маткизик. Посмотри, кстати, прикольная фишка. Там вообще крутые повороты событий такие забавные. Сверхлюди и все такое. Короче, что у вас просьба? Если вы смотрели недавно какой-то топ аниме, вы скидываете видосик или нарезочку какую-то, или знаете, как трейлер в группу ВКшки. Я обязательно потом посмотрю. В чем проблема? Что-то я захотел аниме посмотреть, а я не знаю, что самый топ новинок. Все. Если у вас есть какая-то топ-новинка, которую вы сейчас смотрите или смотрели, ну, 17-го года желательно, киньте, пожалуйста, ВКшку или название, или картинку, или что-то такое. Я на выходных, может, затарюсь попкорном или шашлычком и посмотрю веселое. Если особенно на веселое. Если особенно это там какие-нибудь, вот как у нас в Overwatch, есть какие-нибудь ульты или сверхспособности. Очень, очень меня интересует такое веселое. Кортес тоже можешь скинуть сотни, я посмотрю. Я уже другой скину сейчас. Окей. Это первая тема для разговора у нас сегодня. Это топ ваших любимых аниме, желательно новинок. Шалакабакулун.ойбл. Шалакабакулун, понятно. Вторая тема у нас для разговоров. Короче, на этих выходных Tom Clancy Division. Это стрелялка RPG такая, где вы можете прокачивать своего персонажа. Стрелялка при прокачке. То есть такая
как бы правильно сказать, Warcraft-стрелялка, я бы так сказал, Lineage-стрелялка, RPG-шка, MMORPG-шутер. Такая интересная, Tom Clancy Division, она у нас стала бесплатной на эти выходные до, грубо говоря, конца 17 числа. То есть понедельник она уже будет платной, но те, кто поиграет, как я понял, тем 60% скидки будет за то, что если не купят. Но неважно, короче, я уже скачал, я постараюсь на выходных. Привет, Никита Кудич. Выиграй. Я про ключ сейчас скажу. Кошак к нам присоединился. Круто. Круто, кошак, привет. Он пока молчит, ладно, продолжим. Короче, Tom Clancy Division у нас сегодня стал бесплатный. 14, 15, 16 и 17 числа он стал бесплатный, то есть еще вчера. Ты слышал, в Лондоне теракт. Да, я слышал про Лондон. Давайте, давайте не будем о грустном. Я не хочу обсуждать никакие эти темы. Что такое? Да, в Лондоне взорвали метро, по-моему. А, ну фигня. Не то, что фигня. Я не хочу о грустном. Мне хватает этой на работы всех этих обсуждений, писец там. Так что я не хочу, честно, ни о чем, ни о политике, ни о чем таком. Я здесь отдыхаю, честно, друзья мои. Так что давайте без терактов, без политики, без всего этого такого. Все мы знаем, я смотрю YouTube, я смотрю все тренды, я лажу по новостям, я все это знаю прекрасно. Давайте без этого. Мы сегодня отдыхаем, сегодня мы развлекаемся, у нас развлекательный канал все-таки, у меня там даже не буду называть такие каналы там. У тех, которых особенно сейчас вдруг проблемки возникли. Да ладно, у нас развлекательный канал, мы развлекаемся. Вот создам политический, тогда будем о политике говорить, о терактах там всякое. Ой, я точно буду там. Да, я не создам такой, мне это нравится. КС сегодня нет. Кстати, КС-ка у нас лидирует, кто не знает, на воскресенье. Она обгоняет ровно на один голос лол. Но лол у нас все равно на следующей неделе будет. Ну и КС-ка тоже. Евген Го. Я уже аниме скинул. Отлично, я посмотрю. Что у нас следующий вопрос? Это что у нас? Division стал бесплатный. Короче, качайте. Просто. В Steam устанавливайте. Пока бесплатно. 40 гигов весит. Или 45, или 50. Маткизик, мне честно некогда заниматься играми вне стрима. Очень редко. Я единственное, что скачиваю или смотрю по них новости, и так где хватает. Завтра я, скорее всего, буду играть такой незапланированный стрим. Overwatch стоит своих денег. Overwatch стоит своих денег, да, Никита. Overwatch стоит своих денег. Это до сих пор проект, который никто не собирается забрасывать. Он топовый, по нему проходят соревнования. То есть это соревновательная игра, а значит здесь есть баланс, здесь есть хорошо, здесь постоянно вводят что-то новое. Нового персонажа совсем недавно ввели, всего лишь месяц или два назад, это Кулак Смерти. То есть это развивающий проект, он стоит своих денег, да. Пока да. Вот как только забросят его, тогда нет. А пока да. Привет, кошак. Мы слышим тебя. Я слышу себя, я слышу тебя. Короче... Я вообще сегодня удачный день. Просто удачный макашки. Поздравляем тебя. Я слышу прям, ты там бьешься чем-то об стол. Я вообще просто, я не знаю, ну, как... Наверное, не моя тема. Просто о вкусах не спорит. Смотрю в группе, там, ютубер Алюма. Какая-то акция. Акция. Я участвую в ней. Ага. VIP-набор, блядь. VIP-набор. Хладец. Выиграл набор паладин? Да. А, ништяк. Випку выиграл, ништяк. Короче, давайте дальше продолжаем. Что у нас? У нас Division, короче, можете качать завтра или послезавтра. Я буду играть, можете тоже залетать, там прям поиграем вместе. Прям так написал Ярутони, Ярутони жизненно сказанул. Да, сказанул. Следующий вопрос. Там вышла еще игрушка пошаговая РТС-ка, по-моему. Divine 2, Divinity 2 Original Sin, я ее тоже хочу посмотреть, по крайней мере, залететь хотя бы на часик в эту игрулю, чисто чтобы быть хотя бы в курсе пошаговых РТС-ок, которые топ. Вот такая фигня. Я говорил, что это самое, Overwatch будет бесплатный. Overwatch когда будет бесплатный? Говорил такое. Я не говорил, Overwatch, что будет бесплатный, никогда. Overwatch не сделают бесплатный, и Fortnite не сделают бесплатный. Мы вчера разговаривали про Fortnite. Знаешь, что некоторые дни Overwatch дают бесплатно?
А, в смысле поиграть бесплатно? Ну, конечно, это ж рекламная акция. Вот сейчас вот Tom Clancy Division дали бесплатно поиграть. Я завтра или послезавтра поиграю. Она же онлайн, тоже залетайте к нам бесплатно. А следующее, что у нас тема для разговора сегодня? А, ну, в принципе, все. Аниме, Division и Divinity. Выражайте Алло. Свои мысли. Алло, кто? Маткизик, ничего себе. Кирик. Это я. Сколько лет, сколько зим? Ты там отдохнул? Ну ты летал отдыхать. Куда? В Крым, по-моему. Не летал, а ездил. Ездил. Тебя вообще плохо слышно. У тебя автонастройка, видать, подавляет твой серьезный голос. Короче, вообще тебя не слышно, честно. Дальше что у нас? Ключик. Давайте я расскажу. Ключик мы разыграем через 50 минут. Рандомный ключик ВК. Ой, какой рандом ВК? Steam. Steam ВК разыграем. Рандомный ключик. Все, что вам для этого нужно сделать, это поставить лайк. Сделать репост вот этого поста. Видите, с дивой вот такая красота. И подписаться на нашу группу Live Gaming Cruise. И все, и среди вас разыграем с помощью вот такой программки. Да, говори. Меня сейчас слышно как? О, не, плохо. Тебе что-то там надо настраивать, Кирик. Вообще плохо слышно. А у обкуренного кошака я слышу себя, он опять... Ну так уже чуть получше, но все равно тихо. А вот так? Ну, еще получше, но все равно тихо. У тебя там что-то, видать, с настройкой. Посмотри, автопонижение уровня голоса, скорее всего, у тебя должно быть. Так, у нас никого... Что? А это что такое? А это в настройках заходишь, то уже самого, например, Дискорда, и там есть типа автонастройка микрофона. Вот я сейчас зайду, голос. Вот в голос заходишь, и там активация по голосу, а внизу есть автоматически определять чувствительность микрофона. Ты ее отключи и поставь на максимум. Так, а мы пока пойдем играть. Я хочу посмотреть, что у нас тут новенького. А у нас нифига новенькое не вышло. То есть, соответственно, у меня новых новых ящиков не будет, кроме как просто три ящика. Я попробовал отключить. Ты отключил уже? Ну, я поставил... Я отключил автоматически определитель микрофона, эхоподавление, подавление шума и регулировку... Спасибо всем, кто сейчас нас... Все равно плохо. Тогда заходи в настройки Windows правой кнопкой, где у тебя динамичек. И там на максимум ставь уровень еще. А, телефон? Тогда в телефоне просто кнопочку голоса подкрафь. Возможно, у тебя на минимум стоит. Нам лайф. Чего? Нам лайф пришел. Лайф? О, лайфич пришел. Круто. Он опять нам будет китайскую музыку показывать. Лайфич, привет. Привет. Чем ты нас сегодня порадуешь? Ничем, завтра трансляцию устрою. Ух ты, что будешь транслировать? Отвечать на вопросы. Просто отвечать на вопросы. Слушай, тогда ответь сегодня нам на вопросы, пожалуйста. Какое твое любимое топ-аниме из последних, из новинок, если есть? Нету. Как это нету? В смысле нету? У-у-у. Как? Ты вообще, что ли, не смотришь аниме? Почему не смотрю? Просто занят. Просто занят и все? Ну, не могу смотреть. Много работы. А ты когда-нибудь смотрел аниме? Да, конечно. Ну, что из последних ты смотрел? Кошечка из Сакурасу. Это хентай, что ли? Я же говорил хентай не говорить. Кошечка из... Это не хентай. Кошечка из Сакурасу. Ну, название похоже... Сакурасу. На хентайское. Ну, о чем там? Ладно, о чем там? Про девушку-аутистку, которая очень хорошо рисует. Обалдеть. И это популярно? Не знаю. Ты первая попалась, то и посмотрел. Девочка-аутистка. Я знаю, что есть фильмы, да, там какие-то были прикольные фильмы про аутистов, которые типа там какие-то обладают, знаешь, как
сверхспособности. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему тебя два раза слышно? А меня куриный кошак смотрит на колонках. Жека, ты там что-то говорил про историю ран? Да, я смотрел последнюю, самую последнюю аниме, которую я смотрел, это история ран. Еще скажите, что она хентай, да? Не хентай она, успокойтесь. Какой сегодня вопрос ты задаешь всем? А топ аниме, топ последнее аниме, которое вы смотрели, которое вы нам можете порекомендовать и скинуть в ВКшку. Атаку титанов. Атаку титанов? Я их пытался смотреть, это... Ну, мне, если честно, не нравится каннибализм вот в таком виде. Они прикольные. Я там скинул уже. Вот, нам уже Кортес скинул, что-то обязательно после стрима посмотрю. Если вы можете что-то из последнего порекомендовать нам, я как бы... Я вот на выходных, думаю, может посмотреть какую-нибудь... На выходных может посмотреть какую-нибудь... То есть такую штуку какую-нибудь посмотреть. А мы вообще что-то легко заряжаем. То есть топ аниме там. Что вы смотрели, что интересное у вас есть, что вы нам можете предложить и желательно как бы что-то описать. Желательно, чтобы это был, конечно, не хентай. Давайте без хентая только. Мало ли. Тогда мало кто будет писать. Мало ли тут есть любители, давайте без хентая. Вот, и до этого я смотрел... Притворная любовь. Про что это? Да, там сын мафии, сын... Ой, блин, дочь полиции, ну, начальника полиции или кого там. Их пытаются, типа, поженить, и они притворяются, чтобы не началась война. Уже кто-то смотрел «Тетрадь дружбы»? «Тетрадь дружбы»? «Тетрадь дружбы» я не смотрел, но я... Сейчас смотрит. Я видел этот... как бы правильно сказать, что она есть в трендах на 17-й год. Что это новинка какая-то. Но я честно... Она 2016-го, 5 октября. Даже 2016-го? Обалдеть. Ну я... Мне больше нравится 2016-го года аниме. Кто смотрит «Анкорда» сейчас? «Анкорд»? Нет. Это я говорю, сейчас кто сейчас Анкорд смотрит? Я слышу Анкорд. А единственный, кто это может смотреть, это Маткизик. Да. Маткизик. Кирик. Может, он сейчас решил посмотреть что-то последнее из хентая? Порекомендовать нам? Я что точно не знаю. Топ 2017 хентай. Да господи, чё меня прикрыть-то не могут? Нет, какой-то снайпер обычно убивает. Ну и все тогда, в одинокого, друзья мои, спасать. Я, короче, еще до этого смотрел «Токийского гуля». Тоже мне понравилось, хотя там, конечно, немножко и... Кто-то с нами в игре там разговаривал, америкос какой-то. А... Он убил? Обалдеть. А, он ангела не убьет, писец. Жека, а повторную жизнь смотрел? Повторная жизнь. Нет, про чё там? Это новинка? Это 2016-го, это жанр романтика, школа, повседневность. А, ну, я вот такой, если честно, не смотрю. Мне... Я наоборот такое люблю. Мне нравится что-то типа, как он называется, сверхспособности, вот такое вот. Фантастика, короче. Но... Последний Серафим. Серафил? Серафим. А, последний Серафим? Да. Ну, это уже что-то из религии. Серафим, как я знаю, это... Это типа ангелы атакующие. Атакующие ангелы, что-то такое из... Из... А ты полнометражные любишь или сериалы? Вот я, короче, люблю сериалы. Но если мне понравится сериал, я посмотрю фильм, если он есть вообще. А, и что еще хотел сказать. Кто-то будет с нами играть завтра или послезавтра Tom Clancy Division, а она сейчас бесплатная в Steam.
Кто-то хочет поиграть? Кто? Tom Clancy Division. Бесплатная сейчас в Стиме. Да ты гонишь. Tom Clancy Division, которая шутер RPG, она сейчас бесплатная в Стиме. Реально. Её что, раздают, что ли? Ну, она на выходные бесплатная. А. Кто-то хочет с нами поиграть? Кто? Кизик, ты с нами будешь играть в Tom Clancy Division? Ну да. Ништяк, качай. Я уже скачал, кстати. Я ее, наверное, сегодня это после... Она на выходные бесплатно. Она на выходные стала бесплатно. А что это за игра? Что это за игра? Ну да. Это шутер... шутер RPG. MMORPG. Где ты ходишь, стреляешь и прокачиваешься постоянно. Там можно пушки, по-моему, улучшать. Себя там прокачивать, всякое такое. Ну, достаточно прикольное. Ну, это не КС. Ну, стрельба там похожа на КС. Гранаты, все это есть. Можешь посмотреть. Его, кстати, любил играть этот мясник русский. Русский мясник любил играть. У них там пати, они там максимально уровня убивают всех. Тоже боссы есть, вот такое. Типа как сейчас, как Destiny 2, вот как сейчас. Или Divinity 2, как она правильно называется. Ну, все сказали, что она не оправдала ожиданий. Она слишком мудреная. Там... Чудо свершилось, дорогие мои. Обратного пути уже нет. Технические шутеры всегда должны быть мудреными. Привет, Офелия. Зашел только пожелать удачного стрима. Спасибо, Анатолий. Сейчас уезжаю. Спасибо, Анатолий. А этот тебе для разогрева. Спасибо большое, Анатолий. Интересно, далеко, надолго и когда вернешься, ты уезжаешь. Нам Анатолий привет передал донатом. И заказал песню Короля и Шута, я послушаю сейчас. Прикольный музяка. Он, правда, просто песню, а не клип заказал. Так что, если вы на стриме, послушайте музыку. Tom Clancy Division, там в группе ВК есть статейка по ней, что она бесплатной стала, и ссылка на скачивание. А, я видел, это как PUBG. У тебя очень плохо слышно. Это как PUBG? Это не пупш. Пупш — это выживание. Там ты прокачиваешься. Я музыку пока послушаю. Она 500 рублей стоит. Ну, где-то так, 500-600. А ты же говорил, что на выходные бесплатно. А, на выходных она бесплатна. Tom Clancy Division бесплатно. Нажми там, когда ты зайдешь на ее страницу, там нажмешь... Tom Clancy Division, все вижу. Да, там начнешь установить. А, это просто это музыка. Я-то думал песня, я уж все жду, когда начнется песня. Путнику, будь как дома, я ни в чем не откажу. И сколько у тебя сейчас людей? На стриме 3 человека. Да. 3 человека. Человек. Да. Кто смотрел недавно Ганнибал? Ганнибал? Ганнибал. Ганнибал Лектор, который? Да. Он продолжает идти? Ой, это жесть, господи. Это какой сезон уже? Я на третьем остановился, когда он, короче, на кухне через пару минут зарезал. Минус один. Я не люблю прям кровяку, мясо, кровь, кишки, хардкор. Не, почему прикольно? Я ничего не имею против, как бы, Ганнибала. Он прикольно, он психологический. Привет, зайди на мой канал, если можешь. Жека, тебе что, вообще кровяка, что ли, нравится в аниме? Да почему? Он психологически, с чего взяли-то, что он кровяной-то? КФТС, привык. Он больной человек. Я? Да. Ничего себе, спасибо, я не знал. А я думал, я просто красивый, а сестра уже больной. Красивый? Ну, красоты я в тебе ничего не видел.
Обалдеть. Вот, вот ведь критика-то критика. Шикардовская. Ну, уже, кстати, сейчас идет ESL One New York 2017. Ну, ты говорил. Я, кстати, все никак не могу до него добраться. Все как-то куча дел после стримов. Кстати, очень неожиданно. Неожиданный тут поворот. Ну, рассказывай хоть. Ты хоть нам расскажи. СК это топ-1 мира, и Envy сейчас играют. Угу. Короче, и Envy тащит топ-1 мира. Envy тащит топ-1 мира. Да, Envy тащит команду СК. Побеждают, 5-1. О, 5-2. Ну, вообще, я вот команду СК воспринимаю как топ-1 мира, но они очень часто поддаются, это даже очень сильно палевно. Я даже не знаю, как еще никто не заметил, это же слишком палевно они поддаются. Поддаются? А почему? Они... А, вот у них Fallen, это ихний капитан в СК. Вот, но... он такой, знаешь, такой очень добрый, хочет, чтобы вот новички хотя бы могли в топе побыть. Странный. То есть он такой, знаешь... Странный чел. А чего? Ему не нравится все время побеждать, ему нравится интересно играть. А не всегда побеждать. Я тоже такой. Привет, Мирекс. Зайдем обязательно на твой канал когда-нибудь. Дотащимся и до него. Вот ему не нравится всегда брать топ-1 мира. Ему нравится всегда брать топ-1, а потом брать... А потом топ-3 брать или топ-2, да? Да, да, да. Обалдеть. Да. Он любит очень сильно уступать. Странно, странно. А чего странного? Просто добрый человек. Ну, просто странно. Да, странно. Добрый человек. Охренеть. Я тебе говорю, странный добрый человек. Так, где у нас, где у нас, где у нас эти странные людишки? Ну, ему просто один раз это... Флюша, ты знаешь Флюша из Классика? Вот. Он ведь ихнюю команду, которая еще была Luminosity Gaming. Он им помог, то есть, деньгами, которые он выиграл с турнира, вот, чтобы они приехали на турнир, вот. И вот он добрый такой потом стал после этого. Потому что ему помогли, и он теперь всем помогает. Mm-hmm. Ну, вот прикинь, сами Фнатик, такие вот чемпионы мира, которые раньше были, и помог такой маленькой команде, которую он даже не знал. Ну, понятно. Вот. Люди, которые есть на трансляции, я жду вас завтра на своей трансляции, буду отвечать на вопросы, кроме тех, которые будут играть против меня. Против тебя? А ты еще... Ты еще будешь играть против кого-то, что ли, или что, я понимаю? Вопросы не задавать такие, которые будут играть против меня. А, блин, я уж думал, ты играть во что-то собираешься, я думал зайти с тобой порубиться. Ладно. Прикольно, люди, говорит, заходите ко мне на стрим, только если вы будете играть против меня, я вас не буду замечать. Гениальная, кстати, тактика, да. Я вас буду уничтожать. Банить сразу таких. Да, байтить, да. И сейчас, и одновременно с SK Envy сейчас играет еще Virtus Pro с Face. 4-4. 4-4? Кстати, Жека, да, говори. Я уверен, что ты зайдешь на мыс в 7 утра. 7 утра по Москве? Или че, сколько в 7 Нет, утра? По Екатеринбургу. Это плюс сколько? Плюс 2 часа. Плюс 2 часа, плюс 2 часа. Ну, к своему времени 2 часа приплюсуй. Че замолчил? Я играю. Я думал, такой вопрос сложно тебе задал. Не-не-не-не-не, я играю просто тут. Я уничтожил просто чужую команду. Два часа по Екатерин... Подожди, плюс два часа. В 9 часов утра, что ли? А нет, от тебя будет это вообще в 5 утра. А, не, я спать буду. В 9 бы я бы зашел. Нет, я отсыпаюсь, завтра буду. О чем будешь говорить? Буду просто отвечать на вопросы и продолжать игру разрабатывать. На сей раз мы уже... не придет вообще. Короче, мы уйдем от этого, как...
Ну, перестанем быть настолько скрытными и немного раскроем проект. Понятно. Понятно. Ну, кроме сюжета и персонажей. Главного персонажа, конечно, раскроем, но остальных нет. Ты же говорил, это будет онлайн игра. Да, он говорил, что это будет онлайн. Онлайн и одиночная. Одиночная для тех, кто будет пиратку качивать. Будем пиратку качать, ура! Слушай, ты мне скинешь ключик-то, когда ты выведешь это в топ? Я хоть пропиарю тебя чуть-чуть. У тебя же будет Fallout 3, считай, нормальная настольная игра, чтобы в нее поиграть. Ну, жаль, то, что сейчас в Steam, чтобы... Хотя это даже, знаешь, не то, чтобы нет, жаль, может, не то, чтобы он хорошо. Может зайти в Steam через инди-игры. Он может зайти в Steam через инди-игры, это бесплатно. Фишка... Бесплатно? Да, там есть такие порталы, я заходил на них тоже. Там ты размещаешь свою инди-игру, кстати, ты можешь сейчас ее уже разместить, что ты ее разрабатываешь, типа как стартап. Разные есть порталы. Ты там размещаешь, тебя могут даже бабосами там подогреть, может просто так. И потом у многих этих порталов есть выход на Steam. В плане того, что эта игра, как считается, в раннем доступе, она бесплатно в Steam раздается. Steam выгодно, чтобы вы бесплатно там раздавали какое-то время, хотя бы пока ранний доступ, если она нормальная, понимаете? Да даже если не нормальная, Steam, по-моему, много чего жрет. Так что посмотри эти порталы, даже если ты просто разрабатываешь эту игру. Ну если, ну как я разработаю первую версию, я паду. IndieDB обещал... есть, что-то там еще, там много каких есть. Как я обещал, я постараюсь... первую версию к середине октября. Ну да, кстати, ты обещал нам первую версию скоро выпустить. Я моделлера ищу, без модели я не смогу ее выпустить. Привет. Хотя бы моделлера найти, а сегодня уж сами добавим. Так мы играем уже в Overwatch, ты где ходишь, я б не понял, Кизик. Да я по комнате хожу. Понятно, по комнате. Давай, залетай уже в Overwatch. Меня тут убивают из тебя. Ну, короче, завтра у тебя стрим, ты будешь отвечать на вопросы. А ты будешь что-то интересное показывать? Что меня спросят, то и покажу. Меня тут недавно пузика просили показать. Покажешь пузика завтра? У тебя будет вебка на трансляции? И ну ты обмажь пузо. Кайф, пуканчик. Нет. Вебка не будет. У тебя не будет вебки? Почему? А потому что... пока мне нужно, чтобы... Ну, купить, в общем, если по трансляциям все, которые я... А не, вебка у меня есть. Если ты посмотришь описание под моими трансляциями, то увидишь, что я поставил условие, пока не накоплю сумму, я лица своего не покажу, чтобы была какая-то такая загадочность. Да ну, без лица вообще не интересно. Я не буду своим принципом. А, Пуканчик, заходишь на YouTube, на трансляцию, и там есть справа чат, и ты в него пишешь. Ничего такого необычного. Слушай, Кизик, меня убивает. Он против нас тут. 199 и 120. Вообще писец убивает. И тут... Скажешь, когда доиграешь? А? Скажешь, когда доиграешь? А, все, последний раунд, скорее всего, играю. Потому что убивает. Со мной тут еще парочка. Циклопс и Джулия, я она не вместе. Я обычно вижу играет. Твои трансляции. Отлично. Так что я думаю, очень скоро мы спасибо доиграем. Спасибо всем, кто сейчас на стриме. В 19 часов ПМСК мы разыграем случайный Steam ключ в группе ВК. С вас лайк, репост и вступить. Я сегодня, кстати, планирую 60-го левел взять. https://vk.com/levigamingrus. Захожу на твой канал и вижу, что у тебя в эфире, а сейчас токова нету. Чего нету? Чё там трансляция? Чё? А, короче, у нас же мы работаем сейчас. Я понял, о чем ты. Мы же сейчас работаем на резервном канале. У нас резервный канал Live Gaming Cruise 2. Потому что наш канал, естественно, пока заблокирован из-за страйка. Да. Ты смотрел Эйфория? Нет, про что это? Господи,
Мне, короче, друг скинул, типа, посмотри, это очень крутое аниме. Скинь, мне уже нравится твой голос. Нет, тебя, возможно, забанят на Ютубе или на Твиче за такое. Ты на ВК, ты в группу ВК, пожалуйста, кидайте, я посмотрю. Там в группе тоже, походу, забанят за такое. Да там хентай везде размещают, успокойся. Я, если что, как бы, я как модератор удалю. Потом как посмотрю. Я как модератор могу... Жене нравится аниме. Не жене, а Жене. Ой-ой-ой, там какая-то движуха происходит странная. Ой-ой-ой-ой. Как все плохо-то. Ой-ой-ой-ой. Тебе аниме нравится. Да, писец. Против меня, короче, очень крутые играют. Мне аниме, да, нравится. Я смотрю аниме по канчи. Говорю, и последнее, что я посмотрел, это... как там она называется? Про кровь-то? История Ран. Про вампиров. А до этого Токийского Гуля смотрел. Мне нравится. Против нас 200 играл и 199 уровень. Обалдеть. Чё к чему они против меня играли, вообще не пойму. Ладно, выходим. Так, Кизик, надеюсь, к нам уже пришел. Присоединяем, да, Кизика. Сейчас. Присоединили. Так, тебе нужно что-нибудь там, где-нибудь, да, ящики, да, достать? Да, пошли ликвидацию. О, ништяк, я его самому люблю играть. Ну, я футбол еще любил играть. Кизик, ты смотрел аниме? Редко смотрел. Редко, но смотрел. Когда последний раз смотрел аниме? Не хентай, пожалуйста. Ну, типа, я смотрю именно те, которые мне очень сильно нравятся. То есть я смотрю, такое прикольное, все такое. Я смотрю именно то, что мне очень сильно нравится. Все. Ну, что ты последнее смотрел? Я смотрел Sword Art Online. О, прикольно, я тоже смотрел. Но я так всю и не протянул. Я, знаешь, отрывками посмотрел такие основные бои. Я только первый сезон посмотрел, потому что второй там фиговая рисовка. Фиговая рисовка? Да. Во втором сезоне. Ну, я уже второй точно не смотрел. Что-то вы так далеко от меня убежали. Вы не боитесь, что вашего киллера убьют? Ваня! Жека! Да. Чё, говорите. Минус один. Так. Сзади или где-то. Вижу, два. Так, я пойду... Кто пойдет еще с нами Overwatch? А где у них этот капот? Она наверх летает, вижу, где-то. Вижу. Пала внизу. Вижу, я пострелял уже нее немножко. Я ее слил. А, хорошо. Кто там, чё? Я сейчас какой-нибудь дебильный мем найду и банк шлю. Понятно. Женя! Ты смотрел аниме? Да. Когда последний раз смотрел аниме? У тебя, кстати, такое прикольное имя, хорошее, Женя. Мне оно нравится. Шикардовское, я бы сказал. Когда последний раз смотрел аниме? У нас же сегодня это... тема для... Это кто? Тема для... Типа, что за аниме, когда вы смотрели, когда последний раз, всякое такое... Последний раз я смотрел 2015 года. А вот недавно я еще посмотрел 19 августа. Ностальгия такая была. Опа, давай. Не смог добить. Так. Ты добил? Ладно. Нет? Нет. Челька. Перезаряди. Тебя мало. Да блин, меня тут отовсюду стреляет уже. Хук кидай. Все, я это... Да нет, меня пробили с трех сторон сверху еще. А, меня сверху убил. Сейчас я турбосину возьму, затащу. Давай. Проверяй. О, Апач с демоном вышел? Или его еще не добавили? Или его не добавят никогда? А что за демон? А, добавят скоро в этом... в паладинах. А, в паладинах, понятно. Да. Что ты последнее... Они обещали... Что ты последнее смотрел из аниме-то, я так и не понял.
Наруто? Наруто? Он до сих пор идет, что ли? Нет, есть Боруто. Ну, типа, а, Наруто, есть Боруто, это... есть Боруто, да. Это ж игра. Это типа сын Наруто. Да, я играл про него в это. В игрушке есть такая. Минус один. Да, я его тоже закрывал. Остальных не так видно, да, пока? Да, вообще не... А, это пулеметик? Ну, он... а у него вообще маленький, левый, седьмой. Я думаю, его с Соляного разберу. Ну, а вот... А он с ангелом стоит, ну понятно. А где он? Там, вон они. Пойду на мой... Проверяй, сейчас смотри, минус два. Да нет, союзник ликвидирован. Минус первый. Есть, да? Красота. А ну чё? Я твоих только. Ты, ну, док, ладно. Ты и должен был всех убить. Полнометражка, посмотрел твое имя, только это как бы киношка. Понятно. Ничего не понятно, Пуканчик. О чем ты? Боруто, значит, смотрел. Ну, прикольно. Чё? Люди, которые решают побыть завтра на моем стриме, я покажу свое лицо. Хорошо. Ништяк. Дратуйте. Дратуйте. До свидания. Ну, аниме твое имя называется. Эх. Чё ты? Яра, да, Яра, что там происходит у тебя? Просто твои. А знаете, что у меня чё? Сейчас? Чё, давай, поделись. У меня поделись. Сейчас на счёте 15550 энергии. Это как? Это твои. Что значит такое? Это что значит? Твое имя. Разницы есть кристаллы, золото, эссенция и вип. Добавили недавно. Вот, у меня 15500. А где он, блядь? Я не вижу знаю, наверх. Куда её девать. Я вижу. А чё он стреляет так хорошо в меня-то? Я понять не могу. Молодец. Так он меня убивал вообще в легкую. Ты видел? Да. Полностью жизни мы снял. Я если бы не начал учиться, он меня убил бы. Только у него револьвер же, он сильный. Смотри, у меня прикольный сетик, полиция, типа. А, кизик, ну, красота. О. Я затащил, как обычно. Ну-ка, дай, дай посмотрим, так. Ладно, да я здесь просто среда. Втащил. Минус один делаю, смотри, минус первый. Оп. Я мои попадил. Это просто красивый момент, как я в полете убиваю. Ладненько, пока бесконечное лето читать буду, понятно. Кстати, а, так это же игра вроде, нет? Это и игра, и аниме. О, у меня контейнер. 59 уровень, смотри, у меня. Где контейнер? У тебя контейнер? Че тебе выпало? А, три детки. Кто там смеялся так? Лайфплей, что с тобой? Что случилось? О, кстати, победная поза, которую я хотел. У него были все три победные позы. Крыша у меня уже поехала. Лайфплей, крыша. С этими разработками. Понятно. Короче, я напоминаю вам, что через буквально через 15 играть минут... А, давай. Можешь ли нас сделать, пожалуйста, командная схватка? Хочу там поиграть. А, давай, командная схватка. Короче, Лафрич, я тебя замучу пока. Если что, говорите, если он там, то страшный смех мне, если честно, у меня это, мурашки побежали по коже. У Лафрича такой страшный смех. Ему нужно в этих хоррорах играть. Цены ему не будет, а он тут игры разрабатывает с таким смехом. Вот таким вот вообще страшно. Короче, через 15... После этой каточки давайте разыграем ключик. Все, что вам для этого нужно сделать, поставить лайк, сделать репост вот этого поста и подписаться на нашу группу ВК. Ссылка в описании. Полетели. А, сколько... а я опять последним сделаю. Ну вы как хотите. Честно, это не сильно помогает. Это помогает. Ну не сильно. Я знаю, я что сказал, это теория. Это помогает, значит, я это знаю помогает, эту все. Теорию. А, вот вчера выиграл, или позавчера выиграл, кто там? Миша, а, Иван выиграл. Он сделал практически сразу же, как я разместил пост, он сделал сразу же репост там. Понимаете? То есть, чушня. Вот так вот я скажу. Это все рандом. И это все рандом. Нет. Единственный не рандом, когда я на стриме ваше имя назову 10 раз, сработает магия, и вот тогда вам действительно будет повезти. Вот это не рандом, а остальное все рандом. Но ты все равно моего имени не знаешь. Ну, вот поэтому тебе и не везет. Мое уже раскрыли. Ты, кстати, его вчера сам назвал, ты в курсе? Так я вот говорю, раскрыли.
Ты спалился. А я тебе, кстати, говорил. Ты забыл. Конечно, забыл. Ты представляешь... Ты представляешь? Кизик покидает матч, улетел. Улетел. Да, я вижу, что ты просто... Мы с тобой, Да, я знаю. Просто ты вперед меня улетел. У тебя, видать, лучшее соединение, чем у меня. А, что еще вам хотел рассказать? Tom Clancy Division, шутер RPG, который популярный был какое-то время, он... Ну? Он на выходных бесплатный, вы можете сейчас скачать, и я завтра буду или и послезавтра в него играть. Скорее всего, это будет внеплановый матч, я, естественно, вам заранее напишу. Вы можете сейчас его уже скачать. Нет! Вау, серьезно, бесплатный? Да. Крутяк. Tom Clancy, как еще раз? Tom Clancy Division, который. Да, вау. Да. Разработчиков Rainbow Six. Да. Это RPG, где ты прокачиваешь своего персонажа. Я знаю, мне нравятся такие игры. Вау! Тут у них жесткие игроки. До скольки мы играем-то здесь? Да, 30 что ли, или 20. Да, блин, да, у них жесткий. А это какие-то бустеры. Судя по... Да, это бустеры. Это бустеры, реально, я тебе говорю. Почему? Потому что... У них только вдова сильная, и все. Да, нет. Вот этот Днити тоже у них сильный. Кто? Зря вот так Днити. Зря вы так думаете. Тако! У них вообще жесть давалась. Вау, да что она делает? Да вообще жесть. Да мало того, что сильно у них гнятие, сильные это бустеры. Я не знаю зачем, правда, ну да ладно. Сверху сейчас будет. Ой, сейчас расплата. Нет, этот сам ты слился со своей сферой. Да, я думаю, он просто лечит. Я знаю. Я тоже могу вас полечить. Кого полечить? Зачем? Зачем ты кинул сейчас? Так потому что я сдох, на меня трое выходили. А, тогда ладно. Убей его, красавчик. Да, писец. Травоих сразу. Они засели там. Где? В доме. Я слышу. Сзади вас, со всех сторон вас. Чё, где бьёт кто-нибудь дяди этого или нет? Бабах. Я даже на дяди не могу их нормально продамажить, приколись. Не, ну сильные. Да понятно, что снайпер. Нет, мы можем взять. О, мы вышли вперед. Полечу пока вас. Ой, хорошо.
Ой, хороши, я что-то только я твоих убираю. Сзади, сзади, сзади. Я вижу, живу. Ну он тебя же зовут. Чё, я убиваю тут всех, успокойтесь. Дайте мне... Нет, вы проиграли, походу. Ну, не знаю, если вы выживете, то, может, не проиграли. Он вообще-то тебя предупреждал. Ой, хорошо, но давай, недавно, давай, 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 давай. Может быть, ощущаю спокойствие. Вы за... Ой, вы затащили. Кто там? Лавплейч опять? Сейчас я его размучу. Да, да, слушайте, Лавплейч. Жги. Пипец. Ну-ка, тихо. О, какой-то ОДЛ выиграл, красавчик. Ну-ка. А, это он. Короче, нас... ЖК. Да. Он, короче, говорил то, что типа... Ты ему даже не говорил то, что ты его замутил. Я ему сказал, что его замутил. Я знаю. Он что-то не верит. Ну и ладно. Он думает то, что мы его вообще все не слышим. Ой, ну может хватит уже. Мне контейнер, кстати, дали тоже за что-то интересное. Какой контейнер? А, у тебя 3 победы, наверное, в аркаде. А, наверное, 3 победы. Давай ликвидацию. Ликвидация. Да, говори. Видишь, я пришел сразу, уже 2 вот затащили. Не знаю моего возраста, то сколько бы мне дал по голосу? Тебе 17 лет. Мне? Почти. 2, нет, 18. Вообще далеко. 15. Нет. 16. Да. Да. Че, куда идем, Кизик? На ликвидацию? Видишь, я пришел, сразу 2 затащили. Алло, Флэч, а ты можешь? А слушай... А есть какие-нибудь аниме про демонов, вот которые ты игрушку создаешь? Какие есть аниме про демонов? Я только хентай про... Школа демонов, блин. Я только хентай знаю про демонов. А аниме есть про демонов? Слушай, а ты, может, правда реализуешь кого-то из демонов там? У тебя, считаю, же есть готовые герои. Слушай, вообще нет. Прикольно. А моя игра создана на выдуманных событиях. Так впиши что-нибудь, типа, кто он называется, Хината из Наруто решила попробовать себя против демонов, такая, и раз ее так полуголенькой нарисовал. Ты подумай, это реальная тема. Ты что, блин, думаешь? Это реальная тема. Каким местом ты думаешь, блин? Я не знаю, я генератор мыслей. Спасибо тебе, трудное детство с прибитыми игрушками к потолку. Деревянный. Я генератор идей. Слушай, в натуре. У тебя уже все есть. Находишь хентай... Нет, подожди, не хентай, ичи. Ичи находишь с демонами. Снайпер там у них. За Сарандополь. Минус снайпер. А меня пытается эта дура достать. Которая... Ты где? Где, кстати? Можешь хилить меня, я бегу к тебе. Да меня хили, самого хили, сейчас убьют. Хил. Я тебя защищу. Все, отлично. Меня там пытались, меня невидимка, у них, короче, невидимка есть. Да, сзади. А, я убил ее. Я убил ее. Жека, ты до сих пор смотришь мясника? Да. А он что-то после... Он замутил, короче, конкурс, который уже должен был еще 11 числа разыграть. До сих пор не... Я же ему видос сделал. До сих пор... У меня даже видос держался в топ-3 почти неделю. Мой видос для мясника. Потом его, короче, так как у него он появил... Он потерял статус новинка. Он там на где-то на третью страницу по тегу ушел. А вначале он топ-3 держался. То есть, ну, такой... Мне понравилось. У меня, кстати, тоже недавно топ-3 держался видос мой. По тегу. Да, я тоже хочу, чтобы мой топ-3 вышел какой-нибудь. Я лечусь. Я тоже. Куда он убежал? Здрасте. Кто? Ты кто? Я уже был. Это Яра, наверное. Да? Яра, ты? Кошак? О, снайпер там! Да. Я ж тебе сказал. Ну ты сказал, когда из-за твоего толстенького кузика я не видел этого снайпера. Ты кто, мальчик или девочка? Я по голосу не определю. Обкуренный кошак-то? Да. Давай. Пацан, да. Меня сейчас сзади убивает, если ты не видишь. Хилку. Хук.
Хук кидай, хук. Это не у меня. Сразу да, у меня, у меня хук уже. Они, видишь, они да, очень да, четко да, играют. Это позиционка. Да. Этот жесть, писец. Очень хорошо играет. Хорошо, играют. Я понял. Ну, сейчас доиграем. Вообще меня, меня вынуждали выходить от этого, от танка ихнего. Он бы меня к стенке бы прибил. Ой, какая жесть. Так что смотри, Лавплэйч, я тебе бесплатные идеи уже миллиард подкинул. Насчет твоей игры. Я уже соразработчик. Я подам на тебя в суд, короче, как ты обещал там на меня. И я реально отработаю. Покажу стримы, и если ты реализуешь мои идеи, я у тебя бабки шивать еще. Отличная тактика. Шикарная. А чё, да, все тут. А как, на каких основаниях ты подашь на меня в суд? На каких основаниях? Так я стримы покажу. Спер идею. Он, они хоро... Ой, как они хорошо играют. Вообще четкие, да? От меня вот этот... Мне кажется, что у них ВХ. Вот у меня такое ощущение, что у них реальное ВХ. Вообще четко. И по мне стреляет. И вообще везде хорош. Ой, хорошие. Ой, хорошие. Да не ходи ты к ним, они сами. Вообще четкие. Шутка. Сзади, сзади, повсюду. Откуда? Да отовсюду, сверху, снизу, отовсюду. Кстати, да, еще видна Нави, вот я тебе помню, вчера говорил, будут играть сегодня. Ага. И Кортес, я понимаю твое положение, поскольку сам в 11 классе. Ага. И меня убили за это. За то, что... А, так у них 153, 29, 79. Ну понятно, вот нам попались профи. Особенно 153 качает опять... каких-то бустеров. Бустер там у них. И все. Стоп! Я а? Только сейчас понял. Это двухмысленно звучало лайв. Что именно? А? Что именно? Я тебя понимаю. Я помолчу. То, что я тебя понимаю, я сам в 11 классе? И там ты одно слово пропустил. Я сам в 11 классе. Не-не-не, ты там кое-что не договорил. Я твое положение понимаю. Хорошо, лучший. А. Ты ж мне писал ВК, я отвечаю на него. Я понял, просто. А, я тоже понял, как именно двухсмысленно. В смысле, а что случилось? Мне объясните. Двухмысленные вы мои. Вы мне объясните теперь. А Жека тут сидит, ничего не понимает. Я-то сидит. Да. На куда? Направо. Женя, моя. Хорошо. Вообще, я троих, кстати, убил. В курсе? Сейчас после катки, наверное, разыграешь, да? Да, после катки это и разыграем. Надеюсь, ключ сегодня будет моим. Я помню тактику. Кто хочет написать, ключ еще раз? Лайв гейминг клуб крутой, так на раз и победишь. Кто там говорит, используй хочет ее ключ? Да, я, честно. Лавплэйч, ты... Все ключ хотят. Ты понимаешь, Лавплэйч, что ты, в принципе, ты нам должен поставлять ключ, ключи на свою игру. Ты в курсе, что у разработчика он может бесплатно давать как бы ключи на свою игру сколько угодно? Ты в курсе, я нет еще? Ее распространять. Я могу на они своей, опять на ангелов при... сели. К примеру, платформе. Могу бесплатно вообще распространять. Она будет только на ПК. Она будет только на слабые ПК, такие как мой. Она будет с адаптацией под слабый ПК. Будет специально настройка, которая будет отключать огромную часть вычислений, которые жрет. Короче, типа на ультрах вообще там это как его... Он на моем компе, наверное, даже не запустится. А он вот запустится. На минималках у меня спокойно пойдет, как CSGO, например. Сзади. А как он так видит-то меня? А как он так видит-то меня? Объясните мне, господа. У него ВХ. Как тут пожаловаться-то опять? ВХ. Ну, это самое Ханза, то тогда возможно. У них нету Ханза, он видит меня. Тогда дело плохо. У него ВХ, вот у этого, который играет со 153, я тебе реально говорю, у него ВХ. Я думал, что-то как-то странно он так видит и играет. Вот если я играл бы против него КС, я бы 100% сказал ВХ.
Я не знаю, как на него. Давайте пожаловать. Все делайте репост, кто еще не сделал. Вступайте в группу и ставьте лайки. Да, я сейчас приглашу. Кто там у нас залетел? Жека, ты как? Ты присоединишься к нам? Зрители, кстати, хорошо. У меня, короче... Люди, если хотите попасть завтра на мой стрим, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы знать о завтрашнем стриме. Вы будете первыми, кто увидит мое лицо. А ты нам фотку потом скинешь? А да давай... Ну, не знаю, там стрима фотка. Давайте я разыгрываю, короче. У вас осталась минута, пока я копирую все. Где тут этот пост? Я разыгрываю. Где тут? И кто же выиграет? Это я. Это я. Это точно я. Это сегодня точно буду я. Если не я, я уничтожу этот мир. Разрушу все, что вы любите. Короче, и подписался Федя Леонтьев, Кирилл Дружинин, Иван Бабаев. Я подписался и Руслан Софи. И короче, Лавплейч. Все, все подписались. Зови меня Русланом, это ж мое настоящее имя. Руслан, короче, и Руслан подписался. Кстати, фотография у него здесь есть. Кто хочет, можете посмотреть, как выглядит настоящий Руслан. Вот так он выглядит. Белые волосики, бритое лицо полностью. Ты что, мою аватарку описываешь? Ну, я раскрыл. Короче, белые... Там девушка. Да там не девушка, там миловидного вида парень. Миловидного вида. Это девушка? Это девушка? Да, блин. Все, я указываю победителя. Некто Федя Леонтьев с лампой Аладдина, как обычно. Я знаю, что это Манусов. Я знаю, что это Маусов. Лампа Аладдина, напоминаю. А давай сейчас лучше это котел, который я сейчас ключик выиграл, давай его разыграем прям, это, загадаем что-нибудь. Ну, загадывай. Ну, напиши мне тогда, что ты хочешь. Напиши мне в Дискорде, что-нибудь им загадать, раз ты уж такой. Хорошо, я сейчас придумаю что-нибудь такое трудное. Окей, а мы пока присоединим к нам Жеку. Жека, он убежал, понятно. Пришел, ушел, странный. Ладно. Пошли еще этот, как у Олега. Короче, командная. Всем спойлер. Мои странички ВК, вы можете увидеть мое лицо. Да мы видели твою аватарку прекрасно. Да не достаточно. Аватарку. Смени аватарку. Гляньте, есть фотка. Смени аватарку. Ты нас заинтересовал. Давайте залезем. О, придумал. Интересно. Я сейчас залезу на Руслана. На Руслана залез. А, в натуре девушка с пистолетом, опасная. Я тебе скину, короче, что загадать. Окей. Я пролистал твою ленту, я ничего не... Я только кошаков бедных нашел. Внизу, далеко внизу. Ничего нет. Только кошаков-то их вижу. Там будет внизу. Это вот эта жопная мышь с яйцами? Нет, еще дальше, дальше. Ладно, дальше так дальше, потом дальше. Я в военной форме был. Военной... Да просто зайти в фотки, блин. Подожди. Давайте загадаем, нам что-то... Я в военной форме встаю, с калашом. Ну, я добегу до тебя. Кизик, ты где нам прислал-то, в чем? Смотреть. Ой, да, Кортес, блин. Кортес, ты где я прислал? Я тебе ВК скину. А, ВК, я в Дискорде еще не могу. Я сразу же сдох, пацаны, короче. Я почему-то налево пошел и сразу же сдох. Интересно, кому написали? У нас теперь за тебя минус один. Ну, спасайте положение, что я могу сказать. Я все-таки стример, мне все простительно. На самом деле, это будет очень интересно. Я тоже угадывать. Не, так-то... Так что ты не один такой, слышишь? Я скажу тебе честно, твои фотки тут нет нихера. А почему счет минус 2? Минус 1 сейчас. А теперь посмотри аватарку. Сейчас. Я так-то в матче, вы не забывайте. Да я не тебе, я тому, кто там возмущается. А, ты аватарку сделал нормально? Я вижу. Ништяк. Я пролистал 2017 год, 10 мая. Кисик, ты где? Я тут. Не умирай. В школе сценка была. Меня так принарядили в военную форму и каким-то этим...
Каким-то да быть. Он заколебал меня сталкивать. Знаешь, такой карандаш, которым женщины подкрашиваются? Меня им обрисовали лицо. Там есть полосы, видно, черные. Ты хочешь узнать, что со мной бабу загорели в лагере? Нет. Я честно не хочу. Мне уже страшно. Короче, сейчас. Пастой обмазали? Нет. Вот мне вообще прям раздирает, как интересно. Да блин, помогите, ведь запинывают старичка меня, вы ж видите. Ну давай, делись своей инфой, что там случилось. Сейчас мне надо... Только не изнасиловали, только бы не изнасиловали. Что, Жека, а чё, разве если этот, как его, если встать на хилку вражеского солдата, то тогда тебе будет рост носиться? Я не знаю. Ты мне задаешь вопросы, которые я не знаю. Кстати, мне эта карта очень сильно нравится. Чем хоть? Ну, она, знаешь, такая, не то нас, чтобы нас со всех, открытая. Нас со всех... Вы в курсе, да, что нас со всех сторон убивают? Ой, меня и сзади убивают. А что происходит? Почему на меня трое выходит? Я хила, меня убивают, как так-то? Все, и нашего там одного убивает. Пусть повторит вопрос, я шарю. Меня он сбросил, да он засранец. Я вообще к нему близко подходить не буду, все. Пацаны, я буду сзади. Сверху, мудила сверху. Меня трое убивает. Господа, трое, я же сказал, сзади, сверху. Господа, мутанты вы мои. Вас трое убивает, вы в курсе вообще? Урон не наносится, фигня все это. Я тебя и убиваю, ты слишком вкусная мишень. А чё с... Я не вкусный. Ты обещал рассказать, что с тобой случилось. Сейчас. И нам было этот день это великих, это, известных актеров. И чё? Меня хотели сделать из этого. Тебя хотели сделать известным актером, а ты не это? Не согласился, что ли? Спасибо, Сенджи Агустин. Лучше не смотри. У нас осталось 5 убийств, господа. О, блин! Актер, конечно. Интересный. Господа, я могу ульт включить. Включаю ульт. Хорошо, Мас. Еще одно. О, блин. Вон сзади, сзади, мудилу, укройте. А теперь писавьте. У вас были эти с тобой. Иди. Красота. Это самое. О, у меня еще один контейнер. От швабры такие полоски. Просто нацепили, сделали мне бороду, покрасили ресницы, глубоко, что я красавчик. А кого из себя сделали-то? О, у меня лучший момент матча, смотри. Да, глянь, в Дискорде. Сейчас посмотрю. Сейчас я выведу. Ластплейч, ой, красота, зажег. Красавчик. А, Ластплейч, в Дискорде скинь фотку свою. Там уже я на аватарку сменю, ты там увидишь. Кизика прокачиваем. Это единственная фотография, которая сделана. Понятно. Жека, потная катка была. Да нет, фигня. Легкотня. Я бы с вами сыграла. Это в самом начале уже был минус 2. Ну ладно. С драйвером беда. Ой. Оо! Жека, слово-то это. Фильм. Да, сейчас загадаем. А как из тебя сделали такое? Господа, как... Не спрашивай, не спрашивай. Я не верю, что это ты. Я сейчас заценю всем, подожди, я выведу Дискорд сюда. Не надо, пожалуйста. Я на стрим сейчас выведу Дискорд. А как из тебя так сделали? Я не верю, что это ты. Давайте у людей спросим, ты ли это. Да не похож. Это не он, ты нас обманываешь. У нас это самое, потребовалось 7 часов, чтобы для это сделать.
А, Дискорд не выводится, засранец. Каев! Не опозорись на весь твич. Дискорд не выводится. Не на весь твич, а на... Маленькая аудитория. А сейчас-то? 5 человек. Так, подождите, я знаю, как это сделать. Принтскрин, фотошоп. Сейчас мы выведем тебя. Все, тебе трындец обкуренный. Чему обкуренный? Сейчас через... Я попробую фотошоп. Дискорд, он, видимо, какой-то странный. Я еще могу через ACDC попробовать вывести. Но мы просто через... Есть, кстати, программы, которые распознают. И там есть на фотке фотошоп или нету? Да нет, это... Я маловероятно, конечно, верю, но все же может быть. Лично, вот сугубо мое мнение, просто он взял, скопировал нижнюю картинку и все. Да. А, короче, не копируется. Когда DirectX работает, ничего не копируется. Ну что, все, ты увидел мое лицо? Нет, я еще не зашел. Я пытаюсь как-то поработать с этим Дискордом. А, вот получилось. Сейчас мы вот так вот сделаем, господа. Кошак ливнул. О, он ушел. Обиделся. Да он ушел стрим смотреть. Ладно, тогда не будем. Мало ли человек, это правда. Вдруг это правда. Я фильм. Вдруг это заказал, правда. Заказал, так скажем. А, вижу. Сейчас понял. Я понял, что... Кстати, это не только фильм. Сделай пока поиск. Так. Но я про фильм. Так. А ты где мне скинул-то, Руслан? Да посмотри в ленте моей. Там аватарку я сменил. А, сейчас обновлюсь. О, обалдеть. Обалдеть. Вот тебя-то мы и покажем. Мне даже учебный калашников, блин. Так, сохранить картинку как? Вот. Школьную форму. Туда. Берет, а перчатки мои черные. Я, кстати, тоже, когда занимался еще рукопашкой, я вот тоже во все это нарезался, честно вам скажу. Там еще был такой конкурс, меня вывели, шарики mm-hmm. ногами лопать. И у меня было большое преимущество, потому что я был в русских перцах. А, красавчик. Я, короче, вывел твою фотку на стрим. Вот это у нас LovePlayage, известный игродел, любитель аниме. Немножко. Ой, я польщен, блин. Немножко любитель хентая. Любитель армейского хентая, если быть точным. Блин, я путаю все время косоплей с хентаем. Извини, армейского косоплея, точно. Какой хентай? Любитель армейского хентая тире косоплея немножко, да, немножко. Вот, короче, косоплейч от бога. Он же LovePlayage, косоплейч. Вот, кликуха уже привязалась сама по себе, я не виноват. LovePlayage, косоплейч, точно. Отличный косоплейч. А приблизить можно? А еще приблизить? Ну сейчас приблизу вам. Че, вы лицо его хотите, что ли, рассмотреть? Да. Ну нате. Вот, а она мыльная. Она мыльная, лицо-то у него. Вот, посмотрите. Вот он. Калашом. Я, кстати, я вот такой калаш за... Сейчас я вам не совру. Та-та-та-та-та. На меня похож немножко. Мы на ОБЖ такие калаши. По-моему, у нас было за 14 или за 15 секунд норма разобрать, да? Или разобрать, собрать что-то такое. Во сколько норма было на ОБЖ разобрать, собрать калаш? Вот так вот и стримы с этим лицом, вот так вот стримы, все, хороший стрим. Хороший стрим. Хочешь, я прикольную историю расскажу? Подожди, какой у вас норм... Я хочу вспомнить, какая у вас норма разобрать, собрать калаш? Нету. Нету? Вы не разбираете, что ли? Вот, мы тоже не собираем. Короче, у нас, по-моему, норма была то ли 14, то ли 15 секунд разобрать, собрать. То есть ты его разбираешь, та-та-та, все это вынимаешь, вплоть до байка вот этого. Потом хлопаешь так рукой по полу, где ты, ну, по тряпочке, на которой разбираешь. И ты обратно собираешь. По-моему, норма на тройку 30 секунд, на четверку 20 секунд, на пятерку то ли 14, то ли 15 секунд. Я вам сейчас расскажу фишку. Парень у нас... Делай поиск пока. Я иду. Куда идем, команду или ликвидация? А, может, хочешь? Загадаешь? Сейчас.
Сейчас точно. А мы, кстати, не собираем, не разбираем никакие калаши. А парень у нас за 9 секунд это делал. Рекордсмен, писец, его хотели на соревнования. За 9 секунд, представляете, разобрать, собрать калаш очень быстро. А ему сколько было? Так, так же, как и мне, мы на 9 классе. У нас в 9 классе было только ОБЖ, по-моему. Так, а я пока загадаю. Правда, давайте загадаем. И а у нас с 7 класса ОБЖ, и мы еще ни разу вообще не трогали калаш. У нас чем быстрее, тем лучше. У нас вообще с оружием никто ничего не делает. Окей. Миротворцы вы. Так, я загадываю. А, мы вы миротворцы? Я говорю Кортезу, вы миротворцы. Mm-hmm. Мы на ОБЖ просто этот, как его, ну, такую, знаете, основу, типа, пожары, землетрясения, всякое такое изучаем, типа. Так, все, я нашел этот фильм. Это мы загадаем сейчас фильм вам. Опять же, да нет. Короче, да. У меня такой случай в школе был. Я только сейчас его найду и посмотрю, какого он года, чтобы знать там, чтобы хоть как-то вам подсказать. И год а нельзя слушай, загадывать. Это ну, какого? Я хотя бы... чатом называется-то? Как это штука? Не чат. Да, у тебя сейчас на что посмотреть? На YouTube или на Twitch? А, YouTube и Twitch, он и туда, и сюда. А, то есть я могу и в YouTube написать правильно? Нет, короче, в... Да. В школе был такой прикол. У нас в школе есть учебный пистолет Макарова. Mm-hmm. Так вот. Про этот пистолет Макарова узнал я первый. Мне его учителю уже дает и спрашивает, если разберешь и соберешь, я тебе поставлю 5. Он думал, что я не смогу разобрать. В итоге я разобрал его полностью, потом собрал. Он спрашивает, откуда ты это знаешь? А я вечерами тренируюсь на районе. Я в игры играл, поэтому знаю, как... Калаш, блин, винтовка мусора, М1 Грант разбирается, пулеметы знают, как разбираются. А нам дали 2 калаша и не сказали, каких разбирать. Дали. Мы обматывали друг друга бинтами, накладывали шины. Дали не разбирайтесь, да? Да, нам, я помню, это первое занятие, нам подошел ОБЖшник, это был майор, сейчас в отставке, это реально крутой чел, настоящий майор, который там 40 лет, так сказать, зажигал еще, ой-ой-ой. Так, у них танк. Вижу танка. И с чем мы фильм загадали, так что отгадывайте. Да, фильм загадали, так что отгадывайте. Вопрос тоже задавайте. Это из чего я загадал фильм? Ой! Они, короче, все сели в одном месте. Mm-hmm. Ой, хорош. Отлично. Потом, блин, говорю, где обещанная 5? В итоге так и не дали. И кто у них остался? Не иди туда, там турель, уходи, уходи от нее. Все, ищи танка. Кто? А кто? У танка не очень, кстати, много хп. Кто остался там в живых? Танк. Танк, танк, танк. Давай, тащи. И еще 0.5 ру вообще офигели. Ой. У них было видео, там где они собирали ПК, и они говорят, если найдете синюю материнку, ну там Арсен говорит, найдешь синюю материнку, и я прям дам тебе Нобелевскую премию. Видео рассказал. Короче, я месяц потратил, чтобы найти эту долбанную синюю материнскую плату. Высылаю ссылку, а он говорит, это видео было очень давно. Прошу, я до них докапывался где-то неделю, где моя Нобелевская премия, блин? Я нашел синюю материнскую плату, как и договаривались. Ой, я зажег. С своими подписчиками, где блин, моя Нобелевская премия? И что, тебе так и не дали? Нет. Я выбрал этого. Лайф. Да. Руслан. А, Русланыч. Да, Руслан, ты будешь угадывать? А, у нас же фильм загадан, спрашивайте, задавайте вопросы. Жанр комедия? Я фильмы не знаю. Нет, не комедия никак, я даже сразу драма. Могу сказать. Нет. Если скажешь, какого года, может, и узнаю. Ну, может... Не знаю, старый, короче. Он был до 2000-х. Жеки Чан? Да, до 2000-го. Ну если это до 2000, то я, конечно, не знаю, блин.
Я прям в 2000-м сам родился. Чё, инфу, господа, инфу, пожалуйста. Господа, инфу. Инфу, господа. Убейте Ханза чуть-чуть. Я умер. Так. Блин, я шубат поварина, хотел 33 секунд посмотреть. Плохо, плохо. Много слишком дальнобойщиков. Хорошо. Он состоит из одного слова или из двух. Ну, название фильма. Она всех отличила, все, я просрал. Они всех вылечили. Одно слово. Это время. Одно слово, да. Одно слово, хорошо. Блин. Жанр фантастика. Турниры уже месяц назад как прошли. Фантастика, да. Вот мне не повезло. Фантастика, Лё, да? Да. Ужас. Жанр ужас. Относительно, да. Есть уже первое предположение. Ой-ой-ой, меня убивает. Ой-ой-ой. Все, меня в тречка. Вообще. Интересно. Подождите. Ну, Кизик, ты так-то прав. А почему Рутони чат не сработал? Ты, наверное, что-то неправильно как-то написал. Я долго тут буду гадать неделями. Вот, сейчас правильно. У тебя, видать, какая-то была ошибка. Может, пробел у тебя был? Чужой, отгадали годов, Чужой. Отгадали фильм Чужой. Быстро вообще. Первого раза. Как бы легчайше. Легчайфе. И, кстати, если что, жанр ужасы. Господи, помощи, кто-нибудь. А так я... ты куда пошел-то? Так я вообще не выбирал их. Надо было загадать старый Черепашки-ниндзя, блин, фильм старый был такой. Кизик, фильм? Это ты, Кизик? Да. Ты уверен? Кизи, да, это я. Я своего братана кинул. Понятно. Я тебе, короче, на Твиче отдам. Давай лучше в этом, в Дискорде. Не, вдруг это не ты, вдруг ты нас обманываешь. Да это я, все равно говорю. Ну, напиши Кизи 933, что ты Кизи, который играет в Overwatch. Я тебе тогда поеду. Погоди, сейчас, я тут играю. Я понимаю, что ты тут играешь. Так можешь после каточки. После каточки можешь написать. Какие проблемы? Это Кизи. Это Кизи. Ну все, я тебе... Это я говорю. Я тебе тогда отдам сейчас ключ. Блин, что-то я вот два раунда сейчас просрал в легкую. Так, ну тогда я... Да он это. Все, я тебе пишу сообщение в Дискорде. Написал. Отдал. Угу. Так, я опять толстячком. Хочу что-нибудь нормально. Я надеюсь, что тебе что-то нормально выпадет. Я не против, если тебе выпадет. Отлично, танк у нас есть хороший. Хорошо, дальше идем. Где, блять, она? Убейте её. О, отлично. А, тут турель. Где она? Летающая, что ли, или чё? Кто там? Всё, у них этот. Ага, я вижу. Мелкая, аж бегает. Ну, фантастика и ужас, это да, уже было красота. Очевидно. Ну, Чужой мы ещё не загадывали, кстати. Но ты слишком легкий фильм загадал. Вот загадал бы Мартианин. А я просто написал старый фильм и все. Старый известный фильм. Самый известный старый фильм. В следующий раз буду проще, чем очень трудно. Он очень старый. Он 78-го, по-моему, да? Или 76-го? Нет, 76-го. Он 79-го вообще. Да какого 79-го? 79-го в Википедии. В Википедии открыто 79-е. Привет, Скрим. А, да, 79-й, извините, перепутал. Ой-ой-ой, у них этот, крысавчик. Чё, может, здесь-то им дефаемся? Нет, нифига, не дефаемся. У нас танк зачем-то полез куда-то. Кто? Это я. Так, а чё тут двое? Нави играют. Помнишь меня? Минус. Хорошо, лучший. А у нас вон еще один остался. Красавчик. Где? Вон он. Ну все, кранты ему. Ну чуть-чуть хп. Да вообще легкотня. Какой-то дурацкий, на самом деле. Легкотня. Легкотня. Да, отлично. Естественно. Я пойду активирую. Я пойду отолью.
Я думал, ты это льешь, пойдешь. Так. О, лучше. Во, смотри, лучший момент матча. Это я сейчас, когда двоих снял. Присел такой. А я помог тебе, видишь, я там стрелял их. Так я продамажил, да, ты красавчик. Ты на себя их пока отвлекал, я хорошо сел и продамажил их. Ладно, пойду активировать, так. Давай, активируй. Так, я согласен. Код продукта, далее. Мне пишет то, что он уже активирован на другом аккаунте. Ух ты, бывает. Видимо, старый какой-то попал. Сейчас я тебе скину еще один. Ну, как говорится, двойной ключ, двойное. Двойное должно быть что-то. А может, это его этот победитель активировал? Да почему? Как тебя победитель там? На, я тебе другой скину. А я вот этот пока активирую. Может, ты там что-то неправильно вставил? Какой-то старый ключ, может. Короче, если я выиграю, я уже подумал, что я заиграю. Мне кажется, его никогда не угадают. А, у меня написано, что у меня есть этот продукт. Нифига ты его не активировал, чел, ты какой-то другой ключ скопировал. Он рабочий. У тебя сейчас два ключа. Вот этот, который 2К, он рабочий ключ. Попробуй его еще разок. Нормально скопируй. Ну-ка. Хорошо, сейчас. 2К. Копировать. Активировать. Далее, согласен. Вот, 2К. Активировал? Нет, мне пишут, что он уже активирован на другом аккаунте Steam. Ну ладно, тогда. Тогда второй 6Т активируй. Меня ну-ка, а ну-ка, второй. Ну-ка, это... Кортес, ну-ка попробуй у себя вот этот активировать что? Ключ. Я тебе сейчас ключ скину, попробуй себе активировать. У меня пишет, что это как бы нормальный ключ, но у меня типа есть этот, эта игра. Вот 2К, вот этот попробуй активировать у себя. Потому что у Кизика пишет, что он типа есть или там типа... Счастье. А вот у меня вот на втором пишет, активируй сначала оригинальную игру. А, это значит дополнение, это уже 100% фигня. Тебе что-то сегодня везучий день, уже третий ключ тебе отдаем. Дополнение это дополнение, бывает и не попадается. Ты везучий, чё. На, БТшка, БТшку активируй. Копировать. БТшку, да. Кортес, на тебе дополнение. Может у тебя... А, я сам у себя активирую дополнение тогда. Мне дали альфа-раннер, сколько он стоит? Не знаю. Он, кстати, у тебя есть альфа-раннер, который ты мне скинул. Нет! Что случилось? Это скрин. Привет, скрин. 30 рублей. Кстати, ой, вот ту игру, которую ты мне сейчас скинул, у тебя такая же есть. Да, наверное. Скрин, ты будешь с нами играть в Overwatch? Ну, у меня Overwatch нету. Но будешь играть с нами, договорились. А что? Overwatch, я же спрашиваю, будешь играть с нами? Ты говоришь, да нет, ну... Да, буду. А, будешь, вот я и говорю. Ну, ВК покупай тогда Overwatch. У меня сегодня кошаки стали такими милыми. Почему это? А, Жек, хочешь прикол? Да. У нас уже есть этот продукт. Ага, жесткать. Я же говорю, у меня то же самое пишет. Кому нужен ключ попробовать? Скрин сам себя замутил, странно. Лавплейдж, давайте ключ дам, попробуешь. Давай я со второго аккаунта попробую, кстати. Давай. Сейчас. Нет, давайте Лавплейджу дадим ключ. Посмотрим, что у него выпадет. Она уже выпадала. Давай. Давайте Лавплейджу 2К напишем. Посмотрим, что ему напишет. Так, у меня Стербан. Когда розыгрыш будет? А, через 15-30 минут. Какой-то... это этот... Какой-то агент Эйбисом какой-то. Ага. Я тебе Лавплейдж скинул ключ, посмотри его. У нас пишет, что у нас есть такой продукт, а у Кизика пишет, что типа... У него активирован, да. Странно, это что-то... У нас бы писало бы, что он активирован, по идее, а не то, что у нас он есть. Вот я про чё. Очень странно. Странновато. Подозрительно. Очень подозрительно. Ну, сейчас, может, у Лавплейча что-то напишет. Чё, пойдёмте, куда пойдём? Сейчас, погоди. Я сейчас потом приду. Мне надо дела делать. Я быстро. Окей. Меня исключи пока из группы там. Окей. Аками к нам пришел. Аками, будешь с нами играть? Я думаю, да. Я добавляю Аками. Аками есть у нас в друзьяшках. Надеюсь, он зайдет. Вот он, Аками Сайборг. Аками Сайборг, заходи в Overwatch, будем играть с тобой. Ты почему-то сам себя замутил, мы поэтому тебя не слышим. Так что, Аками, размучивайся, если у тебя есть микрофон. Если нету, то так, пошли играть.
А какой нормальный, ты сказал, 2К-то, да? Кто нормальный? Пишется цифровой ключ уже активирован. Ну, значит, все это подстава. Забей. 2К, значит, нерабочий был. Так, эти я, значит, удаляю, вы все их активировали, кроме дополнения. Дополнение непонятно, не пишено какое. Но я его тоже убрал, нафиг оно сдалось. А Ками, что ты заходишь, нет? Ты хотя бы напиши нам здесь, в Дискорде, если будешь с нами играть. Аками Сайборг. Аками. Вот, Аками печатает. ЖК. Да. Я тут один фильм вспомнил, это, как его, он очень трудный, его, мне кажется, 100% никто не угадает. А, ясно. Аками, значит, ты с нами играть, как я понял, не будешь, у него с драйверами какие-то проблемы. Ладно, давай я пошел, я пускай потом приду. Okay. Кстати, кто вот, скажите, кто верит в то, что обкуренного кошака превратили вот в эту фотографию? Кто верит? Я не верю. Я не верю тоже. А что за в ухе у нее такое? Это, ага, это что всегда такое в ухе? Да, это пимпа. А здесь у нее на фотке нет такой пимпы. Или справа? Вот я не вижу. Да нет, это не он. Он обманул нас. Эх, он... И смотри, губы. Губы не те, по-моему. Глаза карие, а здесь глаза голубоватые, серые, серые. Смотри, глаза, цвет глаз не тот. Обманщик, все. Кошак. А потом скажут, а они перекрасили. Глаза, блядь, что ли? А ну-ка, разрез глаз даже другой. Посмотри на разрез глаз. Конечно, вижу я. Конечно, ресницы. И смотри, брови. Брови накрашены не так. А хотя они могут быть нарисовать. Давай посмотрим на нос. Ну, нос более-менее подходит. Так, уши торчат. Здесь уши не сильно торчат. Ну, понимаешь, чтобы ему нацепить такой парик, да, сделать, он должен быть лысоват. А здесь у него сильно кудрявые волосы. Блин, я не верю кошаку, что это его сделали. Честно, не верю. Ну, хотя грим бывает разный. Полетели. Короче, давайте, с кем мы еще не разговаривали. О, Кизик. Мы с тобой... Он убежал. Скрин. Чего? Ты аниме смотришь? Простой вопрос поставил в тупик скрина. Скрин, ты аниме смотришь? Да. У нас сегодня тема для разговора. Это топ новинок аниме. Ты что-нибудь из новинок аниме смотришь? Да. Все. Жги. Чё ты смотришь? Много чего. Ну так делись. А тебе скидывать сюда? ВКшку можешь скинуть. Ты нам расскажи просто. Да, Аками... Аками, никто не будет менять цвет глаз линзами. Это был школьный у них утренник. Типа, ты чё, линзы знаешь, сколько такие стоят? Долларов 100, наверное, стоит. Или 50. Никто не будет заморачиваться. Понимаю, парик можно еще где-то там... У бабушки найти там, у мамы, может быть, найти там. У стриптизерши на всякий случай одолжить. Никто будет с линзами не заморачиваться. Это линзы нужно заранее покупать. И зачем, главное, вопрос сам. Зачем менять цвет глаз-то у этого, у обкуренного кошка? Зачем менять цвет глаз? Нету смысла. Бороду, ладно, нарисовали, там парик нацепили. А цвет глаз-то зачем менять? Я вот, я не думаю, что это так. Вот на 99% говорю, что это... Не так. Чё, никто не пойдет, что ли? Куда? Да в атаку. Да блин, чё вы меня защитить-то не можете, господа? Лёгкую же. Меня тут зажали. Ну всё понятно. А, так они ещё и в паре играют. Даже скач. Подлечить не могут. Ой, не подлечить, а защитить не могут. Так, скрин у нас отрубился, чтоб с нами. Да, посмеялся Аками. Вот Аками понял, что это не он. Потому что нету смысла менять у обкуренного кошака цвет глаз. Реально. Нету смысла. Я не вижу. Кортес, как ты думаешь насчет моего неопровержимого доказательства? Истинный я не имею
Я считаю, это не раскрытым поступлением. Цвет глаз. А главное, цвет глаз. Да это не он. Да господи, ну помогите же! Они вообще стоят, такое чувство, что я танк. Два танка играют. Не пойти, не сдохнуть, ничего. Ну же сказать. Господа, два танка. Вы два танка. Вы должны его уничтожать как путь. Они... Ну наконец-то, они хотя вдвоем... А, они... Они еще вместе играют, обалдеть. Понятно. Так, кто у нас еще? Кого мы еще помучаем? А, Tom Clancy Division. Кто будет завтра или послезавтра с нами играть? Кортес. У тебя Tom Clancy пойдет? Нет, я Я играть-то в него не хочу. И он мне не пойдет. Ну да, он, кстати, требовательный достаточно. Ой-ой-ой. Они вообще не танки. Да чего хоть они не танки, там два танка. Что один, что вторая может танчить. Зря вы так думаете, что они не... Что они не танки. А я вам говорю, что они танки. Засыпай. Засыпай? Кого там усыпили? Дайте убить. Дайте убить, кого там усыпили. Хочу убить. Ох, как он вансует-то. Танчить могу только при хорошем аиме и скилле. Единственное, кто может реально принести много жопы были заморозкой, это мы. Прикольно, танчить могу только при хорошем Айми. Ну, ты знаешь, я вот сколько видел, что Эйм это всегда танк. То есть она всегда танчила. Эймка всегда танчила, Мейка всегда танчила. Но это танк. Согласись со мной, пожалуйста. Пожалуйста. Августин, согласись со мной. Что-то у нас такая тишина. Опять. Вообще никто ничего не говорит. У нас что, все самостоятельные, я так понимаю? Я тут, я пришел. Красавчик. Она двоих сразу же убила, это что за хрень? А завтра какая игра будет? Ну ладно, я пошел. Ну да, ей 400 хп, и это будет полноценный танк. Жду всех. Чё-чё? Я пошел отсыпаться, жду всех завтра на трансляции. Да-да-да. У меня, блин, завтра кросс. Заходите к нам завтра на трансляцию. А чё завтра будет-то? Какая игра? Завтра Лавплейдж будет рассказывать про то, как мега-супер делать картинки и модерировать. Понятно. Да, она надоела уже.
Есть, я затащил последний раунд, приколитесь. И заработал за это контейнер. Круто. А Паладин долго качается? Нет, недолго, там 15 гигов, по-моему. Просто у меня вчера 1% был. Кстати, паладинцы, вот последний раз мы играли, у них все очень плохо стало с серверами, вообще совсем. Что-то мне не понравилось, паладинцы мы последний раз играли. А еще Касперыч плохо реагирует, удаляет античит паладинцев. Вообще же скач. Понятно. Скрин, так что насчет аниме? Какой тебе нравится? Какой ты смотрел последнее? Расскажи нам. Я сейчас не смотрел. Ну, ты сейчас не смотрел. Что ты последнее смотрел? Я уже не помню, я давно смотрел. Смотрел, то есть. Сейчас смотрел, блин. Я просто сейчас занят, школьные дни. Ну, я понимаю, что ты последнее-то смотрел все-таки? Я уже не помню, это было летом. Я просто уроками все мозги забил уже. Понятно. Боруто, Наруто, хентай какой-нибудь. Не помнишь уже, жескач. Я вот смотрел... Я даже забыл, что такое аниме уже. Печально. Аниме — это, короче, веселые картинки. Знаешь, как раньше было... Ералаш, вот аниме — это то же самое, как Ералаш. Пара-пара-папам, веселые картинки, пара-пара-папам, увидеть не хотите ли? Вот это вот. Сейчас превратилось в аниме. Ой, я на дзяти пойду катать. Сейчас не могу я... Там тебя кто-то палит, я понял. Так бы и сказал. Что тебя кто-то там палит. Хорошее объяснение. Мне бы самому кто помог. Оу, да. Жесть, Кать. Мы затащили, короче, и никто даже из нас не умер. Я всех выхилил. Вот это я красавчик. Хорошее объяснение. Да, хорошее объяснение. Да, Симару, это... Синару, это шикарное объяснение. Ералаш, который превратился в аниме. А Ералаш это что? Это веселые сценки. Аниме это тоже веселые сценки. А хентай это очень веселые сценки. Так, вы их пока убивайте. Кто-то там бегает. Уи! Дьято так красиво улетел. 2-0. Блин, писец, со мной тут какие-то читеры играют. ЖК, да. Счет сказать? Матч Нави Клауд Найн. О, да. Нет. Они сейчас играли? Да, сейчас играют до сих пор. Сука, я посмотреть хочу, не говори. Я посмотреть хочу. Это первая катка была. Первая катка, первая говори. А, одна только? Одна катка? Да, Инферно. Тогда не говори, я посмотрю нахер тебя. Тогда нахер тебя. Не хочу я. А как он? Как он нас всех убил? А, снайпер за срандополис. А ты включи, короче, это как его, чтобы мы могли смотреть эту тоже игру и сам смотри. А я не смогу смотреть, у меня не будет показывать. Я вам могу включить, а я это сам не увижу. Мне только если на телефон выводить. У меня, видишь, как бы, ну, нет такой... Я, короче, пытался скачать Twitch Player, чтобы я тоже мог смотреть. А сейчас Twitch переделал свой IP. Это как, так сказать, программный код. И сейчас он не дает... не дает экспортировать... Свои видосы. Жека, я тебе только одно могу сказать. Счет да. Интересный. Так, объясни, пожалуйста. Необычный такой счет. Ну, я же говорю, объясни.
Ты же сказал не палить. Приветы. А я люблю спойлерить, но сейчас кое-как держусь. Ага, понял, Дени. Не знаю, почему никто не любит спойлеры. Мне наоборот так легче все смотреть, например, играть. Ой, через мы затащили. Загадаем? Да, через 15. Да, можно через сейчас загадать. Ну, может, загадаешь фильм, который я хочу? Просто. Ну, я его отгадывать не буду. Просто это очень сложный фильм. Мне кажется, его час будут отгадывать минимум. Ну, давай. Я тебе серьезно говорю. Давай. А зачем нам название? Ну, давай, посмотрим. Я посмотрю на твой фильм. На твое предложение. И решим. Двойное. Ой, двойное убийство. Все, я написал в ВК. ВК написал. А чё ты в ВК, не в Дискорд пишешь? Аля, это... Ой, Кизик прилетел, круто. Да. Кизик, давай. Я без тебя тащил, я честно признаюсь. Я без тебя как бог. Чудо свершилось, дорогие мои. Я написал. Обратного пути уже нет. В Дискорд написал. Короче, нас поддержал китайский кто-то чел. Нас поддержал китайский чел. Спасибо тебе, дружище. Аригатова, Касымас. О, там нам клепешник забубенили. Давайте посмотрим. Картинки прикольные. Ух ты. Я смотрел это. Да, я не смотрел. Пошли одну командную схватку. Сейчас, подожди. Посмотрю мультик. А, я понял, что это. Ты мог пикнуть Мерси. Ты мог пикнуть Мерси. Прикольно. А ты на английском смотришь? Ну, мне вообще китайские иероглифы прислали. Прикольно. Дайте мультик. Не, ну само видео на английском или на русском? Да, на английском. Субтитры. На русском оно такое, знаешь. Да я-то проще. Я по-английски понимаю. Угу. Я по-английски угарнее, мне кажется. Прикольно. Шескач. Так они все, получается, могли пикнуть Мерси. Любой из них, там, что Мэй, что вдова, могли пикнуть Мерси. А у нас все еще идет поиск матча, что ли? Обалдеть, что так долго? Я уже весь клепешник успел просмотреть. Прикольно. А кстати, да, мало кто пикает Мерси, заметили, да? Прикольно. Так, ты мне написал ВК, давай посмотрим, что ты написал ВК. О, я не знаю такой фильм. Давай не будем его загадывать. Но он очень сложный. Да он, да нафиг его. Его еще никто не смотрел, посмотри на год. Я знаю. Нафиг. Да, кстати, что вам загадать? На ключик. А может игру? Игру? Да, давай игру. Давайте игру. Я пока... Ой, такого же года. У нас уже матч пошел. Пока я смотрел мультик. У нас уже матч пошел. Сейчас после этого матча тогда как раз быстренько тащим Кизик. О, нет, у них очень большие уровни. Ну и чё? Ну и чё, все равно затащим. Естественно, затащим. Прикольно, спасибо. Аригатова, Касымас. Хорошее имя. Кстати, довольно старая песня, кстати. Ну все равно спасибо, я-то не слышал. Вы-то, конечно, вы-то ценители и все такое. Ой, снайпер прям. Ой, какой нехороший снайпер. Че, все его? Настолько все? Ну, не настолько, конечно. Ты убьешь ее, нет, наконец? А убил я.
Да я его убил. Хильни, хильни. О, Жека, точно, может хильни. Аниме загадаем? Сзади, Жека. Да где сзади-то? Да вот я. Да я тебя уже тысячу раз хильнул. Жека. Что происходит? Инфу, 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 инфу. Да блин, сзади, сзади, там двое на меня вышли. Что, говори, Картас. А может вообще аниме загадаем? Можем аниме загадать, у нас же сегодня такой, да. Это, интересный день. Загадаем аниме. Так, что-то здесь много вас умирает. Откуда меня опять? Вы хоть хила-то не хотите защитить, нет? Нет? Обалдеть, я понял, что вы хила кидаете, как только в путь. У нас может кто-то хила защищать? Кто-нибудь умеет вообще? Я хожу по дому, убиваю. Я не могу тебя защитить никак. Да. Защитить, мать его, защитить. Не надо я меня килить. Защищать. Я тут их просто так... Да я не успел. Окей. Кто за Генти? Я хилю. Uh-huh. Кто-то летает там сверху, чё за мудак? Она так тебя может не защищать. Ой, спасибо, кто меня прикрыл, спасибо, это друзья. Фара. Вот я же говорю, она тебя может защищать. Так спасибо, Ешик. Ой, не зал пошел. Она единственный, кто в принципе может тебя защитить. Сверху, сзади, отовсюду. Сверху, сзади, отовсюду. Так это действительно так. Чё, не посмотрел счёт? Нави. Нави нет. Я не успел бомбочку кинуть. Сейчас бы минус 2 сделал. Ой, я в невесомости был. Кто-нибудь добьют Дову, нет? А есть, нет. Я добил. Я еще Дову. Да блин, нет. Почему меня танк-то убивает кто-нибудь? У меня серия с 9 убийств, и прекратили мою серию с 9 убийств. Господи, господа, меня танк убивал, танк. Вы понимаете, насколько все плохо, как он вас имеет? Хиллер сделал серию с 9 убийств. Я не хиллер, я, мать его, убийца. Успокойтесь. Мы все равно тащим. Ты там что говорил, то, что хилер. Лол, мы, кстати, реально такие жесткие уровни защитили сейчас. За мной, за мной. Все, не боюсь. Ой же, скач. Так, все дело в хиллере. Если хиллер хороший, еще и убивает. Ой. Синаро. Вот эти, да. Синаро, ты по-китайски написал. Аригатова Касамас, наверное, по-китайски. А, это когда он троих убил? Да, красавчик. Блин, да меня танк их доставал, вы понимаете? Я один его продамаживал два раза. Он потом ультанул, и я его опять продамаживал. Ну, все мы, короче. Ну, естественно, все мы. Я и за себя буду, все. Я тебя. Чудо свершилось, дорогие мои. Спасибо. Обратного пути уже нет. Я не понимаю по-китайски, извини. И Ротанича тоже. Аригато, аригато. Нам еще на 10 рублей. Нам еще заказали какой-то клепешник. А, и еще клепешник у нас идет. Прикольно. Опять матч найден? Ты зачем из матча в матч? Мы не можем загадать. А, я видел этот. Я видел. Аригато, thank you. Я видел эту песню. I see this movie. Thank you. I should take you. Я знаю, я видел этот клипешник, да. Если что, ты русский чел. А, русский чел, с чего ты взял? Потому что, если бы он был, ну, допустим, англичанином, он бы задонатил доллар. А, сценарий это ты, красавчик. Сценарий красавчик. Я видел этот клипешник, вообще прикольно. У них там этот танк, толстопузик.
У них толстопузик вообще какой-то дурацкий. Хил. А так где вы? Идите да ко вот мне я. Куда-нибудь. Я перед тобой стою. Ну вот, я сзади. Хорошо. Встречаем, тихо. Ставься со стороны, не лезть. Встречаем. Прикольный потолок, смотри, какой прикольный потолок. Идут. Давай ломаем. Уходим. А, я не успел. Меня просто разорвали. Ну давай после этой катки загадаем. Да, давайте после этой катки. Кизик, не спеши. Иначе я тебя выкину и сам тебя возьму в команду. Не спеши. Окей? Не спеши. Я хочу мультик посмотреть, он прикольный, я его смотрел. А почему ты сценарий, Агусмен, почему ты по-японски пишешь? У тебя японские, по-моему, эти. В чем прикол? Вау, у них этот. Фара. Да не фара, этот. Солдат. Ой. Окей, у них там турелька есть. Мы опять с тобой вдвоем остались. Минус один. Нет, да как они там делают? Да блин, я их. У них еще броня, я их не продамажу. У них еще хил. Блин, мы просираем 2-0, вы в курсе? Выберите героя. А, творческий псевдоним, прикольный. А что он означает, Синару? Переведи нам, пожалуйста. Переведи нам свой творческий псевдоним, интересно же. И ты нам что-то пишешь по-японски, а я не понимаю японский. Единственное, что я знаю, это аригатова, касимас. Сока знаю или... А, приветствие, баку. Знаешь? Нет. Приветствие. Ну-ка, напомни. Сейчас. Сейчас помню, поговорим. Коничива, во. А, коничива. Это конь и чива, да. Конь по имени Чива. Угу. Так, кому-нибудь подлечить, нет? Да, у них последний. Отлично. 1-0, ну наконец-то. Хотя бы не в сухую. И чё, кого мне брать? У всех моих лучших персонажей забрали. Синару, переведи свой псевдоним. Что он означает? Юджи-юэсти святой. А, святой Август, прикольно. Святой Август у него псевдоним вперед. А что ты нам писал на это, на донат? Там я видел иероглифы. На второй раз я видел иероглифы. У них красавчик опять. И ангел. Осторожнее будь. И фара у них еще. Ангел, фара. Ох ты ж, смесь крокодила с носорогом. Фара. Ой, меня сзади убили. Господа, меня сзади убили. Без прикрытия я совсем был. Ваш мега-убер-убийца был без прикрытия. Да не, это не вариант. Ну все, я проиграл. Я не знаю почему, но я всегда путаю этого, как его. Как этого робота зовут, ой господи. Бастион. Да, Бастиона, вот именно его оружие. Всегда путаю с оружием солдата. То есть, когда я вижу от первого лица... Ну я всегда почему-то путаю их, я не знаю почему. Так, а чё бы вам такое загадать-то? Аниме. Так я знаю, что аниме. Нет. Я ничего из новинок-то не знаю. А зачем новинки? Что а, ну давайте такое? Топ-аниме, точно, топ-аниме. Топ-аниме, всё, ты прав. Я чё-то туплю. У меня просто сайт с новинками был. Это я случайно в комментах черканул D.O.M.O. Аригато. А, думаю, аригато, понятно. Сейчас я найду, что я смотрел. Нет! Я пытался.
Сейчас я найду, что я смотрел. И... Блин, вам загадать, а вы же угадаете, засранцы. Да не, не угадаем, ты чё? А мы сколько раз всего не угадывали? Один раз вроде, да, только? Ой, я знаю, что я вам загадаю. А вам, кстати, как загадать-то его? О, я знаю, я прям... Я официальное название сделаю. Я, короче, взял официальное название из... Ну, официальное название, так сказать, аниме, да? Топ-аниме, да. Топ-аниме. Да не топ-аниме. А, блин, ну, а тут по-разному пишется. Ну-ка, Википедия, мать его. Сейчас я найду нормальное Википедия название, чтоб вас вообще нисколько не обманывало. Может, вам вообще на официальном японском, так сказать, загадать? На языке японском загадать? Так, ну, короче, я взял официальное название из Википедии. Сейчас, подождите секунду. Так, кстати, контейнер. Да, сейчас. Так, а блин, они по-разному пишутся. Ну, ладно, вот, я, короче, беру официальное название из Википешки. Старт, полетели. Полетели, я его смотрел. Гон на японском. Нет, понимаете, ну, Рутони чат может не распознать японский, вот в чем проблема. У меня контейнер, ништяк. А чё за хэллоуиновская тема? Что за хрень? О, фиолка. А чё за смайл? Эмоции, демонстрация эмоций. Так, это анимеха старая? Сейчас я посмотрю. Да не старая. То есть 2015 года. А, сейчас я скажу. Блин. Ну, сейчас посмотрим прям аниме, когда вышло. Что значит 2015-го? Вы давайте разные делайте, кто он называется. И год это вообще имба, год мы говорить не будем. Давайте год говорить не будем. Год это имба. Ну, можно спросить, старый или новый? Новый. Я же сказал новый. Год это имба. Я вам скажу, там, моложе 15-го вы не найдете. Старше 15-го вы быстро найдете. Давайте так, я год... Ладно, хорошо. Название в одно слово? Нет. В два? Нет. В три? Да. Один сезон? Понятия не имею. Окей. В три названия. Сколько? Ладно, нет. Хорошо. Исчезновение Харухи Судзумии. Нет, не исчезновение Харухи. Я такое не смотрю, Карсес. Я тебе говорил, что я смотрю, кстати. Я тебе давал. Я уже понял. Я люблю смотреть про какие-нибудь там... Про вампиров, про нечеловеков, вот так сказать. Про ульты какие-нибудь. Так, ладно. Жанр комедия. Давайте посмотрим, что у него за жанр есть. Комедия есть среди них. Среди жанров. Фантастика. Фантастика среди жанров. Нету фантастики. Хотя странно, нет, почему там, в принципе, есть часть. На русском, да, это написано? На английском. Официальное название на английском. Я и говорю, официальное название на... А, то есть на английском, да, нам писать? Да. О, так я не угадаю. О, мой номер не. Кто, где, откуда? Ага, понятно. Да как он попадает? Вообще ноль убийств, ничего не могу сделать, просто они вообще какие-то жесткие. Да нет, они жесткие, они просто вместе держатся, в отличие от нас, и играют хорошо. Они просто хорошо играют. Подожди, стой, что ты имеешь в виду под официальным названием? Типа в Википедии как написано? Или что? А ты... Тикай, да блин, почему я не шел сейчас? Неон Генезис и Вэншир. Слева где-то от нас топает. Сзади. Да, сзади топал за стране. Двое сзади, трое сзади. Спасайте, господа.
А, у него ульта еще, блин, он ульту уже накопил. Вообще же скач. Меня зажали, господа, меня зажали. Вашего хила зажали три человека. Вы где ходите? Вашего хила три человека зажали. Три человека. Так как они вообще читают меня, боже? Минус один. Но я здесь отлетаю, окей. Это сериал? Ну да. У него есть официальный русификатор? Официальный русификатор, да? Ну, наверное, наверное. До кнопки. Кто где, кого полечить? Когда ты кидаешь ульт, иди прям в толпу. Да я и так в толпу иду. Вас сзади, кстати, этот убивает. Ого, он трипл килл сделал, это лучший момент матча. Ой-ой-ой, расходимся. Он за мной поехал. Вы понимаете, что всегда ключик дашь, конечно, дадим. Выигрывай. Отгадывай аниме и выигрывай. Рамбис. Почему, кстати, заходят на стрим и спрашивают, ключик дашь? Может, не стоит написать? Потому что написано. Так, это розыгрыш. Я думаю, что за хрень такая? Все заходят и ключик дашь. Выиграй. Нет, а... Я вообще в этой игре горю. Давно сейчас придут, вы понимаете, что вашего сейчас хила придут убивать. Это очень популярное имя. Ну да. Быстрей, хорошо, давай, ухожу. А почему ты ультом никого не убил? Нет! Да как? Я сейчас улечу на орбиту. Давай, пошли к ним-то! Да какой к ним? Меня там убивали вообще. У тебя ульт, если. Да, минус ходи хотя бы. У них тоже сейчас ульт включен. Хорошо. Отлично. Ай! А как меня убили? Как? Интересно. А. Сзади нас сейчас будут обходить, Кизик, осторожно. Нет. Отлично, хорошо, лучший. Так, вижу. А, это, кстати, кирпич, мы с ним уже играли. Нет, пожалуйста, только не меня. Женщина, я сбил ее, Хорошо, молодец. Тут у нас совсем все плохо. Мужика, в Википедии написано на английском. Ну и отлично. На английском, и на русском. Лучший. Все, еще 4 килла. Всего у меня есть ульта. У меня тоже есть ульта. Ультую. Отлично. Так, пошли со мной. Он ведь японский? Ну да. Да как? Вообще я какой-то читер. Да пиздец, вашего хила же убивает. Вы можете? У меня хак? Нет, мне. Почему никто, кроме меня, не убивает никого? Еще один килл. Смотри, выиграли? Да, мы выиграли, мы победили. ЖК, там да. Присутствует драма? Драмы нет. Ой, мы затащили, мы красавчики вообще. Лол. Лол нам написали, как так. Как там? Мне кажется, Кортес уже догадался и просто фигней страдает. Да, ведь Кортес? Я не знаю. Да знаешь, обманешь. Четверых она убила. Если все так было просто. Да. Так, контейнер, идемте отгадывать контейнер. У меня только синька. У меня ничего да нет. Я понял, но...
О, легендарка. Да, на что? Денежки дали. Денежки. Мне тоже уже часто деньги дают. Ну, короче, я выиграл все эти, кто они называются, контейнеры, так что идем куда хочешь. У него были какие-нибудь номинации, типа, лучшее аниме в мире или лучшее аниме года какого-то? Да фиг его знает, это ж японское аниме. Я понятия не имею. А мне, кстати, выпало редкое, эпическое и легендарное. То есть здесь, все выпали. Здесь не пишется. Честно, Кортес, я не вижу, чтобы здесь было написано. Ладно, мне надоело, пока. У него больше 12 эпизодов. Больше 12 эпизодов? Нет. У него 12 эпизодов? Да. Я же говорю, Кортес давно догадался. One просто. One Punch Man, Кортес. Кортес, я тебе говорил официальное название. Посмотри, как она официально пишется. Я тебе даю подсказку. Так-то ты прав, но тебе нужно найти его официальное название. Там у тебя элемента не хватает, я бы так сказал. Надеюсь, никто сейчас нас не слышал. А так ты, да, прав. Так, чё, я выиграл все контейнеры, которые... Унипунчмен. Унипунчмен. Чё, я предлагаю, раз я все контейнеры выиграл, на стриме у нас всего 3 человека. Тебе это правильно написал? Да, теперь ты выиграл. Я тебе ключ даю. И я, наверное... Давайте запустим Том Клэнси. Потому что я в Overwatch как бы все, что нужно, выиграл. Сейчас перезапустим тогда. Кстати, это очень популярное аниме, но прикол в том, я его не смотрел. Посмотри, поугараешь. Сейчас, короче, перезапустим стрим тогда, пойдем на Том Клэнси смотреть. Она у меня же установлена. Давайте 5 минут. А может переиграем? Да нет, а ты на Том Клэнси можешь переиграть. Сейчас же говорю, я перезапущу стрим. Ну, я тогда этот ключ не буду использовать. Как хочешь. Я так. Хочешь. Это, чтобы на вот этот вот. Хорошо, можешь пока подумать, что загадать. А я пока перезапущу. А я даже... А, да, мне нужно перезапустить будет стрим, чтобы запустить Том Клэнси. Посмотрим сейчас Том Клэнси, начнем играть в нее хотя бы. А что у нас, кстати, в Твиче крутого? Ой, в смысле, что у нас в Твиче рулит? Divinity рулит. Может, мы Divinity тогда посмотрим, что за игра? Хочешь посмотреть стратегию РТС? Это ты мне? Да. Ты видел, нет, Divinity? Пошаговая стратегия. Да. А завтра тогда пойдем уже... Так. Я тебе в Discord написал. Хорошо. Сейчас я тогда перезапущу стрим. И запустим Divinity. Смотреть, это пошаговая стратежка. Такая прикольная. Но она на английском. Локализация выйдет только 21 числа у нас. Но я уже где-то в сети видел русификаторы, так сказать. Русские русификаторы, потому что там... В Овере есть отсылка к нему. В Овере есть отсылка к One Punch Man'у? Что за отсылка? Сейчас давайте это перерыв 5-10 минут. Все, кто хотят, делайте свои делишки. И через 5-10 минут посмотрим Divine. Я просто все выиграл. Кизик ушел. Смысл? Смысл Оверо? Аками к нам присоединится. Аками? Ну да, он, кстати, у него были проблемы только с этим. С драйверами. Понятно. Я, короче, сейчас перезапускаем 5-10 минут перерыв, перезапускаем стрим и идем в Divinity, посмотрим ее. Это все-таки новинка. Все честно, у нас на канале предполагается стрим новинок. Так что не расходитесь, 5-10 минут и продолжим. Я пока картинку сделаю, переделаю там на каналах все вот эти темки и полетим. 5-10 минут.